В рамках работы волонтерского центра «Единая Россия» Общероссийского народного фронта секретарь Одинцовского местного отделения партии, глава муниципалитета Андрей Иванов посетил Одинцовскую областную больницу и лично проверил, какие условия созданы для больных коронавирусом и пребывающих на карантине. В медучреждении завершился первый этап перепрофилирования коечного фонда. Количество специально оборудованных инфекционных коек увеличили с 75 до 130. Они располагаются в 25 боксах.